Мы находимся в городе Светлогорске, Светлые горы. И мы сейчас спускаемся с высоких, ну, может быть, не гор, а холмов, вниз к Балтийскому. Говорят, что оно холодное море. Сейчас мы спустимся и проверим это. Но сначала про Светлогорск. Когда-то в 1930-е и более ранние годы и в 40-е здесь находилась, эта территория принадлежала Восточной Пруссии. Здесь жили немцы, и во время войны говорят, что это был курорт элитный для немецких летчиков, которые восстанавливали здесь свои силы. А сейчас на дворе 2016 год, и это территория России. И здесь находится элитный курорт, курорт для российских граждан. О чем нам говорят такие перемены в истории? Они нам говорят о том, что было написано на кольце царя Соломона, и это тоже пройдет. И история нам постоянно говорит и напоминает об этом для чего? Чтобы когда мы, пребывая в какой-то такой высокой степени восторга, не залипали на нем. Или когда мы погружались в какое-то горе и несчастье, давая оценку какому-то событию, которое происходит в нашей жизни, тоже не залипали и не погружались в него. Потому что как восторг, так и горе, оно все равно проходит. И если относиться к жизни как к моменту просто здесь и сейчас, и как к событию, которое просто сейчас здесь происходит, то жизнь будет просто происходить и радовать нас в любых своих проявлениях, в любых наших эмоциях, в любых наших чувствованиях и ощущениях.